Привет, меня зовут Каролина. А меня зовут Полина. Сегодня мы представим одну классную штуку, она называется Саксмют. И сегодня Полина придумала ей новое название. Утешитель. Вот, сейчас Полина немножечко поиграет открытым звуком, и мы послушаем немного. Заметно стало тише, мне стало легче разговаривать. Я думаю, что соседи уже не будут настолько против. Несмотря на то, насколько у вас красивый звук, не все соседи рады тому, что кто-то за стеной занимается. Вот. А так, в принципе, я спокойно разговариваю и не чувствую, что мне что-то сильно мешает. Вот, так что... беспроблемных вам соседей. Лучше, конечно, занимайтесь без этой штуки, но если проблемы с соседями есть, то для вас всегда есть спасение.